Здравствуйте! С вами библиотекарь Сергей Цумин и рубрика «Прочитано лично». Мы говорим о хорошей литературе. Сегодня у нас журнал «Иностранная литература» номер 10, 2020 год. А номер необычный, яркий, он посвящен весь каталонской литературе, литературе Барселоны и окрестностей. Я расскажу вам об одном произведении молодого 30-летнего драматурга Марка Артигау «Алба». Это пьеса, в которой раскрывается современная проблема, проблема, которая уже, возможно, стоит на пороге нашего времени и требует осмысления. Это наличие домашних роботов. В пьесе следующий сюжет. Пожилая уже дама заказывает фирме робота, женщину-робота, которая напоминает ее саму в юности. Если главную героиню зовут Алба, то ее робота G-Alba. Этот робот умнее хозяйки, отчитывается о температуре тела, о состоянии внутренних органов и, конечно, во всем превосходит хозяйку. Человек, который хотел бы быть с Албой, настаивает на том, чтобы она осталась с ним. Но что же выберет главная героиня? Жизнь с мужчиной или жизнь с роботом, напоминающим ее саму в молодости? Вообще мысли и идеи разбросаны в пьесе просто жемчугами. Эту пьесу хочется цитировать постоянно. Ну, давайте просто одну цитату о том, как мы воспринимаем себя через фотографии. Джи Алби предлагают изучить хозяйку по фотографиям. Она говорит: фотографии вводят в заблуждение. Алба, это ты к чему? Джи Алба: вчера вечером я смотрел альбом по твоему совету, чтобы быстрее освоиться. И в какое заблуждение вводят фотографии? Ты там везде смеешься. Или поешь, или танцуешь, ты радуешься. Ну да. Если судить по фотоальбому, и тени сомнения не возникнет в том, что у тебя безоблачно счастливая жизнь. Алба, я действительно была счастлива. Всегда, каждый день, каждую минуту. Да, ты права, фотографии всего не расскажут, они отражают лишь часть нашей жизни. Пусть это тебе непонятно, но так лучше. И так далее, и так далее. По-моему, интересные размышления о том, что же мы прячем от самих себя и что же мы в своих социальных сетях демонстрируем в качестве своего «я». О чем эта пьеса, о чем пьеса молодого драматурга Марка Артигау? Я думаю, она о том, что современный мир стремительно движется к изменениям. И если представить свою старость, то это еще, конечно, вопрос, с кем бы мы захотели остаться и провести жизнь в старости. С другим человеком или с усовершенствованным роботом, напоминающим нам себя в молодости? Это, конечно, большой вопрос, и драматург этот вопрос ставит и отвечает, по-моему, блестяще. Весь номер интересный, содержит и прозу, и стихи, и рассказы, но вот именно эту пьесу я вам рекомендую. С вами был библиотекарь Сергей Цумин. Увидимся!